Игорь Николаев отметил юбилей. Певцу и композитору исполнилось 60 лет. На шумной вечеринке он собрал всех своих звездных друзей. Поздравить именинника пришли Алла Пугачева и Максим Галкин, Иосиф Пригожин с Валерией, Филипп Киркоров, Кристина Арбакайте и многие другие. Кто не смог лично поприветствовать юбиляра, обратился к нему в соцсетях. Примадонна на вечеринке призналась, что очень благодарна Николаеву за его композиции. «Благодаря твоим песням я как-то не сильно переживала расставание с мужьями», — отметила Пугачева. Давние друзья закружились вдвоем в танце. Иосиф Пригожин показал медленный танец Аллы Игоря в Инстаграм. «Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей», — написал продюсер. Вечеринка в честь дня рождения юбиляра получилась очень теплой. Многие гости утверждали, что остались в восторге от праздника в кругу близких друзей. Жена Игоря Николаева призналась, что пережила сильную депрессию. Певец поделился своими самыми любимыми снимками 4-летней дочери. Ранее девочка восхитила хитом своего отца Аллу Пугачеву.